соревновании с трубкой пловца на начальном этапе обучения пловец может расслабиться и не думать о дыхании. Трубка позволяет двигаться на гораздо меньших скоростях, что позволяет детально проработать и отточить каждое движение, сконцентрироваться на балансе, положении тела в воде и техникой грибка. Сейчас трубка является одним из основных средств тренировок практически всех ведущих спортсменов-пловцов в мире. При использовании трубки вращение пловца становится более равномерным. Наблюдая за пловцом без трубки, заметно, что он имеет тенденцию вращаться быстрее на стороне, на которую он вдыхает. Используя трубку, вращение становится более плавным и симметричным. Это улучшает баланс и снимает часть напряжения с мускулов, участвующих во вращении. С трубкой можно делать большинство упражнений. При этом происходит концентрация на технике, так как пловцу нет необходимости подниматься для вдоха. Трубку можно использовать при плавании баттерфляем, так как при этом отпадает необходимость в выборе времени для дыхания во время упражнения. Это позволяет почувствовать восстановление, вход, толчок и само тело. При плавании брасом с трубкой она помогает чувствовать обтекаемость и позволяет работать над уменьшением сопротивляемости. Мы рекомендуем использовать трубки на каждой тренировке, как для отработки навыков, так и для профессиональной подготовки. Трубка пловца состоит из поликарбонатовой трубки, налобного фиксатора, силиконового гибкого загубника и силиконового ремешка фиксатора. Зафиксируйте трубку на голове, вставьте загубник в рот и попробуйте проплыть, балансируя в воде, используя только ноги. Так вы почувствуете баланс. Старайтесь вдыхать ртом и выдыхать через нос. Если вам попадет вода в нос, используйте носовой зажим. Это больше касается детей, чем взрослых пловцов. Добавьте движение руками. Старайтесь плыть как можно медленнее. Расслабьтесь и сконцентрируйтесь на правильном положении тела в воде, балансом и техникой. Когда вы привыкнете к трубке, вы можете приступить к подводным поворотам и отталкиваниям от борта. При выходе на поверхность продуйте трубку энергичным выдохом.